Привет всем, меня зовут Майлз, я учитель английского здесь, в Москве. Я, конечно, носитель языка, native speaker. Я родился в Нью-Джерси, переместился в Иллинойс, а потом в Миннесоте. Так что я жил во многих местах Америки, и у меня обычный, типичный американский Midwestern accent. Учил там русский язык, изучал русский язык 4 года и хотел подтянуть язык, поэтому переехал в Россию. И тоже здесь работаю учителем английского. Почему именно TESOL? TESOL — это communicative method, который позволяет и студентам, и учителям вовлекаться в занятиях, чтобы все участвовали на занятиях, не только учитель, чтобы не было как лекция, а как настоящий разговор между друзьями, между учителями и студентами. А как с грамматикой? Конечно, нельзя забыть грамматику, это важная часть любого языка. Ну, надо делать это увлекательно, чтобы студенты не просто засыпали во время объяснения, а чтобы они говорили с этой грамматикой. Ну, например, present perfect — это очень долго, много ошибок. Но надо просто говорить, практиковать. Языковые барьеры, конечно, это большая проблема и большая сложность для всех студентов. Я думаю, что у всех есть языковой барьер. Но communicative method — это позволяет учителям бороться с этим. Я, например, люблю пользоваться фильмы разные во время занятия. Мы смотрим фильм до самого интересного момента, останавливаем. Потом я задаю вопрос студентам, what do you think will happen? Что случится потом? И студенты все придумывают разные концы этого фильма и обсуждаем это вместе. Потом смотрим, и кто был прав, ну, молодец, и кто нет. Методика была разработана native speakers. Это важно, потому что это значит, что язык живым, не литературным, не старым, не как наука, а настоящий живой язык. TESOL учит нас работать с другими студентами, то есть с взрослыми, с детьми, с бизнесменами, даже с пожилыми людьми. И учит тебе найти подход к каждому человеку, чтобы и подстраивать занятия под этого студента. TESOL учит не только разговаривать со студентами, а тоже как эффективно и правильно планировать уроки, чтобы не обходить стороной главные аспекты языка. Reading, speaking, listening, writing — это все важно. И надо, чтобы ничего не забыл про какой-то из этих аспектов. Зачем TESOL? Это международный сертификат, который ценится как в России, так и за рубежом. Это курс разработан native speakers. Это доступ к международной базе вакансий. И это аккредитация правительства Канады. И тем более, это гибкий график онлайн-курса. Больше информации вы можете получить на сайте, по телефону и по email. Самое главное, TESOL — это инвестиции в себя. Goodbye and good luck becoming the teacher of your dreams.